Полное описание и точный дата выхода с 9 по 12 серию российского сериала «Стажеры». Новые серии сериала продолжат выходить на телеканале НТВ 24 июля. 9 серия. Найдена очередная жертва маньяка-педанта. Но есть одна загвоздка. Маньяка 3 года назад уже посадило начальство Ремезова. Илье ставится задача как можно тише, без привлечения прессы, раскрыть дело. Он берет с собой на место преступления Искандерова, а Давыдова, Берг и Катя проверяют следствие по делу Зайцева, который сейчас сидит по обвинению в предыдущих убийствах. В итоге вся команда выходит на сайт знакомств в Линдер, которым пользовались все жертвы. 10 серия. По обвинению в краже, Берг и Давыдов по горячим следам задерживают 3 выходцев из Средней Азии. Мужчины утверждают, что к краже не причастны, и Искандеров берется это доказать, как стажерам, так и скептически настроенному Ремезову. Катя узнает, что Давыдов просрочил плату за их совместную квартиру, хотя утверждал, что исправно вносит требуемые суммы. Ребята понимают, что стали жертвами мошенников. 11 серия. На загородной свадьбе у родственников Искандерова пропадает оператор. Искандеров разыскивает парня. Выясняется, что он снял разборку 2 соседей, известного писателя Аркадия Бабицкого и владельца строительной компании Орлова, делящих один большой дом. Лишь в самый последний момент Искандерову, Давыдову и Ремезову удается спасти писателя от неминуемой смерти. 12 серия. На территории Кировского РОВД появляется народный мститель, который лично бьет хулиганов и уничтожает наркоту, публикуя ролики и фото в своем блоге. Мнения стажеров о правомерности его действий разделяются. Давыдов рвется задержать мстителя, но на живца поймать его не удается. И тогда Женя провоцирует уличного искателя правосудия сдаться самому. Ремезов поручает Кате найти пропавшую модель, в чем ей должен активно помочь местный экстрасенс. Напомним, новые серии сериала будут выходить на телеканале НТВ 24 июля. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.